Добрый день, друзья! Я хочу с вами поделиться сегодня одной небольшой хитростью. В общем-то, некоторое время назад вот эта книжка, это Nook Simple Touch. Ну, я думаю, что такие же проблемы могут возникнуть и более новая версия, та, которая Nook Simple Touch with Glow Light, то есть, грубо говоря, с подсветкой, да? Так вот, некоторое время назад эта книжка стала очень плохо реагировать на прикосновение. Так, и вот даже элементарно, ну, как бы снять ее с спящего режима, да, то есть обычно как нажимается эта кнопочка, в нижней части нужно провести пальцем, ну, в принципе, для андроида, а внутри стоит андроид, так, какая-то там версия, ну, соответственно, нужно провести пальцем для того, чтобы снять блокировку. Так вот, это перестало работать перелистывание страниц и тому подобное. То есть я чего только не делал, то есть я перепрошивал несколько раз, искал в интернете и так далее. Вот, но все оказалось гораздо проще. Ну, слава богу, я нашел совершенно случайно на какой-то там 150-й страничке форума, как это все элементарно решается. Оказывается, дело в том, что вот эти сенсоры, да, или тачскрины бывают разные. У современных смартфонов они в основном емкостные. Так, самые первые были как резистивные, да, то есть это поверх экрана наносилась такая, как это сказать, поверхность из тоненьких проводочков, и, соответственно, вы когда пальцем вводили, менялось сопротивление, и, соответственно, экран на это реагировал. А вот здесь, вот в этой серии, используется инфракрасный датчик. То есть экран не полностью прилегает как бы к экрану. Вот если присмотреться, видно, что это как бы небольшая щель. И, соответственно, именно здесь стоят вот эти инфракрасные датчики. И когда вы пальцем вводите по экрану, на самом деле датчики воспринимают, ну так я насколько понимаю, тепло вашего пальца. Соответственно, засекают по вертикали, по горизонтали положение вашего пальца. И, соответственно, идет управление вот этой книжкой. Так вот, почему она перестала работать? Просто потому, что сюда попала пыль, и, соответственно, датчики перестали, ну, нормально ловить как бы этот сигнал. Что нужно делать? Элементарно берем кисточку, смахиваем мягкую, конечно, чтобы не поцарапать экран. Смахиваем вот эти вот все области, да, по краю экрана тщательно. Нажимаем. И после этого все опять начинает работать совершенно без проблем. Ну, понятно, что если вы уронили книжку и здесь пошли трещины или вообще перестало что-то появляться, тут, конечно, кисточкой не обойдешься. На этот случай нужно проводить замену экрана. У меня есть такое видео, значит, ссылочку вы увидите сейчас на экране. Ну а для тех, кто смотрит меня с мобильных устройств, можно посмотреть под описанием. Вот такой маленький секрет. Буду рад, если он кому-то пригодится. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк и до встречи.